Чтобы предотвратить происшествие общероссийского масштаба, а именно распространение коронавируса по стране во всех регионах, в том числе и Иркутской области, вводятся дополнительные исследования для всех, кто болеет пневмонией. Такое решение принято на федеральном уровне. И оправдано, ведь одним из ключевых осложнений инфекции родом из Китая как раз-таки является пневмония. По данным ТАСС, дополнительные анализы на коронавирус будут сдавать примерно по 12 тысяч жителей страны в неделю. В Министерстве здравоохранения Иркутской области о таком решении уже знают, однако пока никаких детальных распоряжений на этот счет медицинским организациям при Байкале не поступало. В данный момент большинство больниц региона готовы к приему пациентов с коронавирусом, имеется стратегический запас лекарств. Также ведется активное информирование населения о том, как защитить себя от коронавируса. Рекомендации простые, банальные. Чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей, правильно питаться и высыпаться.